Персональная выставка Светланы Кузьмичевой «Старый альбом» открылась в Доме художника. На создание серии работ автора вдохновил фотографический альбом выпуска Иваново-Вознесенской женской гимназии 1911 года. Работа Светланы Кузьмичевой позволяет совершить путешествие в прошлое и почувствовать атмосферу, в которой жили и мечтали гимназистки. Старые фотографии стали основой для создания композиций, построенных по принципу многослойного коллажа. На холст нанесена авторская печать, почтовые марки начала века, открытки с видами Иваново-Вознесенска, фотографии семейного архива художницы и, конечно, изображения лиц самих гимназисток, которым пришлось жить в непростое время. Они как бы были полны надежд, и жизнь у них начиналась в 12-м году, а потом как бы так неожиданно началась Первая мировая война. Потом 17-й год случился, и вот все их надежды, они как бы не сбылись, и вот как жизнь может все наши чаяния и надежды неожиданно вот как бы поломать.